Все изменения маршрутов – объективная оптимизация, но это не сокращение, как принято думать, а перераспределение сил. 11 января следующего года – срок окончания некоторых лицензий на маршрутах, которые сегодня представители управления транспорта изучают вдоль и поперек. Просто где-то перевозчики дублируют друг друга, где-то и вовсе не выполняют обязательств. Сейчас есть возможность все скорректировать, в первую очередь, для удобства жителей. Комиссия после отработки всех вопросов рекомендовала отменить полностью три маршрута. Два маршрута частично имеется в виду, что по этим двум маршрутам работают несколько перевозчиков. Часть перевозчиков остается, а у тех, которые заканчивают свидетельство, маршруты будут отменены. То есть сам маршрут остается, просто изменяется количество перевозчиков. Также изменения коснутся пяти маршрутов. Первый на вылет маршрут номер 33. Его направление почти полностью перекрывает 15-й троллейбус, а также 16-й и 32-й автобусы. Количество машин здесь просто увеличат на 10. Под секвестр попадает и 70-й маршрут, и 98-й. 85-й пока в строю, здесь просто вместо трех перевозчиков останется один. У остальных пяти заявленных поменяют схему движения. Маршрут номер 49, психбольница, Технониколь. Мы считаем целесообразным направить этот маршрут через Рязань-1, так как здесь удобный выход именно маршрут из станции Рязань-2 и на станцию Рязань-2, и было бы логично как раз его сопоставить на обслуживание двух вокзалов. Понятно, что главная цель рязанских властей – сохранить муниципальный транспорт, а значит, было бы странным отдавать самые важные маршруты движения кому-то еще. Впрочем, оптимизация задумана быть постепенной, при этом мнение общественности, конечно, тоже в приоритете. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».